не засекли, наверное, некоторые даже моменты были удивлением, потому что, понимаете, оказывается, проектный офис государственный является еще кузницей квалифицированных кадров, которые могут выполнять сложные задачи, причем специалисты многофункциональные с разнообразными компетенциями. Но я не обращаю ваше внимание, иначе, собственно говоря, да, тогда Антон еще больше будет. Но это же ведь очень круто, когда действительно и государство, и бизнес имеют общее понимание и подход в управлении сложными задачами. А сегодня, когда вообще, честно говоря, мир очень интенсивно и сильно меняется, когда перед нами действительно стоят большие вызовы, связанные с изменением климата, и с техногенными природными всевозможными катастрофами, человек должен оперативно реагировать, быстро принимать решения, действительно нетривиально решать задачи, и вдвойне приятно, что это помогает проектному управлению. Поэтому проекты, связанные и с какими-то очень быстрыми, серьезными, сложными, спасательными всевозможными операциями, да, с оказанием гуманитарной помощи, с организацией волонтерской деятельности, которые, вот посмотрите, да, на каких-то примерах, очень четко и быстро, как по какому-то, естественно, согласованному, грамотно быстрому алгоритму, позволяет решать очень масштабные, серьезные задачи. Поэтому вот именно сейчас я бы хотела сказать, что большое удовольствие мы получаем, что конкурс поддерживают и руководители министерств, ведомств, которые как раз и занимаются данными проектами. С большим удовольствием я предоставляю слово